Хей, hey, с вами Шмаки, мы продолжаем родить группу под названием Мамадора и желание под луной, или желание под светом луны. Это так. Давайте отправляться, мы получили колокольчики с вами. Мы сразу попадаем к боссу, о! Ох ты ж, ё-моё. Старые знакомые, как говорится. А тебя ничего не смущает? Походу, ее ничего не смущает. Ладно, попытаемся с помощью стрел. Ох, это сложно. Вторая фаза довольно сложная. Ай, блин, может мне нафармить этих? Для отравленных стрел. Гой, заряжу сразу атаку. А, наш. А, нет. Просто, понимаете, вот минус... Но она сложнее стала, это походу это и есть ведьма. О которой вообще речь идет. Главное не стоять на месте. Становимся в угол. Да, да. Блин, мне нос сейчас пиздец. Походу он загорел. Не, ну, в принципе, я... Блин, если бы у меня были отравлены эти... Ладно, остановимся сюда. Не забывайте о прыжке. А, ну все сбрасывается. Во! Слышь, а вот это было нечестно, как бы. Вторая фаза и... Такая жопа. А, она решила сразу начать с этой таким. Круто. Так, а вот это вот ни хера не смешно. Ладно. Я дамся под удар. Нет, нет! Нет, 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 нет. Но я ее не убил, так ведь? Че? Я думал, что за херня? Типа, я же её убил, а... Непонятно. Че, я превратился в кота? О,
Окей, классно. Теперь мы играем за кота. Слушайте, а я тут одну вещь понял. А кошак же может пролазить через эти мелкие проходы. Вы уловили мысль? То есть я могу теперь возвращаться сам. Блин, но мне нужен тогда это. С телепортом связанная вещь. Типа, с одной стороны, да, я могу туда попасть. Так, вы нашли матового жука. Ну, по атаке она также, но минус. Это нельзя хилиться. Изучить. Получена кошачья сфера. Найс. Вот о ней. Так, ну я получил сферу и... Кошачья сфера. Действие превращает в кошку или обратно в человека. Предмет зачарованный невидимый так количеством. Невидимым количеством. Выглядит как обычный стеклянный шарик. Действие временно усиливает атаку на 100%. Ну, типа, пас... Не, тихо. Отмена, отмена. Мне кажется... Хотя, если этот предмет навсегда... Мне хотя бы знать, что навсегда здесь, а что нет. Вот представим, если это навсегда. То есть я могу на 100% наносить урона. Нет, а рели классно. Классный предмет. Поэтому я пойду изучу теперь другую сторону. А, то есть тут без разницы. Ну, в принципе, там. Хотя, нет, тут есть проход. В смысле, тут же есть проход. Что за ерунда? А, ну, давайте в виде кошки попытаемся. Ну, показано, в этом участке есть секретный проход. А со мной будешь говорить? Мне тебя убить надо? А, мой тортик. У, безрогая, уходи. А если кошком буду? У. Ладно. Нет, его убить нельзя, он захоронять свой тортик. Но мне кажется, типа, это просто такое место. Бац, бац, бац. Блин, если я найду телепорт, это будет самое замечательное, потому что я смогу телепортироваться между колоколами. А, что, во-первых, мне довольно позволит быстро все изучать. Да, я, наверное, использую один раз 100% этих. Гоу, попробуем. А, не то. Shift. К, не то. Даже давай сферу... А, ее тут нету. Блин, действие. Послание. Временно усиливает атаку. Ладно, попробуем. Да, слушайте, он
восстанавливается, то есть... Вау. Я могу намного быстрее всех убивать. Вау, класс. Почему нет? Окей, так, это значит, часть у нас изучена. Давайте на 100% тогда. В виде кошака пойдем изучать все. Типа, если у нас есть такая возможность, почему нет? Почему и нет? А, ну так это ж та же часть. Просто мы с другой стороны. А вот здесь можно вниз спрыгнуть. Все равно я там поднимусь. А стоит ли? Ну, давайте попробуем. Я не вижу тут ничего такого. Вон, потому чтобы я смог вернуться. Так, ниже. Здесь, да, был проход? Да. Ясно. Хорошо, что я сохранился. Кладбище белого листа. Ну, блин, здесь нету листа. Да, здесь просто тупик. Обидно. Стой, а я могу ж пойти... Не, отрав... типа, стрелы... Это не банально. Блин, я мало за них дают. Не, лучше на самом деле прыжками залазить. Не, типа могу на них, да, нафармиться, но это довольно долго. Так, наверх. Ну вот, тут рычаг был, я не знаю, по идее он что-то активирует. Я их уже два нажал. Ладно, это не ускорит процесс. Право-влево. Вот, там есть дверь. Так, ну это там мы были. Ну, способность к кошкам довольно много куда меня впустит. А, там, кажется, нет. Ладно, давай есть к тебе. Убьет, да? Да. Куда тогда пойти? Давайте в левую сторону. Я не могу забраться. Классно. А, точно. Найс. Ладно, отхилюсь. Хотя, теперь возвращаемся обратно. А что здесь за проход? Что-то не врубаюсь. Что-то не врубаюсь, ладно. Поехали. Чё? Найс. Найс. И... где
тут спуск? Там нет спуска? А, скорее всего, спуск есть, если с другой стороны это делать. Давайте наверх. Тогда погнали наверх. В самый верх. Хотя можно пойти сохраниться. Так, там у нас ничего нету. Ой, здесь челик с не тем, что мне нужно. Я понял, возвращаемся. Готово. Готово. А, подожди, а там же печать нужна, да, была? Угу. Тогда мне в самый назад нужно. Больше ничего не вижу. Опа. Я рада, что это еще жив. Кажется, я забыл представиться, я в прошлый раз. Меня зовут Эри. Приятно познакомиться. Значит, ты к нам с запада? Где угодно сейчас безопасно, чем тут. А это город. Наш город. Он превратился в безобразный, неподтёрнутый призраком. Нас здесь оставили умирать. Ты так не думаешь? Нет? Ах, спасибо тебе. Твои слова обнадеживают. Я собираюсь забежать в... Так, в... приграничный лес. Он огражден от проклятия королевы. Что, мне вернуться обратно? К боссу. Отравленные стрелы — это хорошая вещь. Ладно. Буду ждать телепорта. Здоров, лес. Дальше можно. Здорово, снова. Ой, как идут дела? Почему ее диалог не показывает? Понятно, ты пришла издалека, но даже твою родную деревню затронула наше проклятие. Мне так жаль. Всем? Ой. А, ладно, пока попью. Понимаете, в чем фигня? Вот, допустим, я сейчас сюда спущусь, да? Но смогу ли подняться? Хотя, походу, смогу. Это типа мир мертвых? Походу, это и есть то место, о котором мы говорили. Я имею в виду... Так, нужно в виде кошечки лазить, смотреть теперь. По тайнике. Они везде могут быть. Там большое место. Еще больше места. Ладно, пойдем вправо. Я отравлен, я умер. Ладно, я зато сохранился. Ну, смотрите. Мы можем сразу еще назад пойти. А, смысл, ладно. Ладно, нет. Передумал. Я передумал. Пойдем в морозный мир.
Смотри, там еще появляется теперь за 10. Она очень жесткая, эти яды. Если не ошибаюсь, он пропадет, только если я пройду. И он не пропадет. Эх, он не пропадет. Кам. Вот сейчас я мог очень сильно повредить себя. Количество хп увеличено. Ну, ради хпшки, в принципе, не... А хотя, слушайте, неплохо увеличили. Я бы понял, если бы там на мало увеличить, а мне бы не выбраться. Найс. Ты пролетаешь сквозь стены? Нет, но я могу тебя убить сквозь них. Ха-ха-ха. А вы так не можете. Мне кажется, либо она выше прыгает, ну, кошка. Или одинаково. О, что новенькое. Вы нашли часть эмблемы, она дарует способность переноситься между колоколами. Воп. Воп. Нет, они не наносят мне ничего. Это очень хорошо. Изи. Изи пизи. Лемон сквизи. Что мы делаем? Мы переносимся. Перенесись. Ну, перенестись. Ах, черт, даже так. А, нет, подожди, мне нужно кладбище. Мне нужно кладбище. Перенесись кладбище белого листа. И вот здесь я быстро пробью. Ну, видите, типа, не через все можно колокола перемещаться. А где босс у нас был? Внизу. Босс где-то был здесь. Так ведь? Да, тут. Здорово. А, жемчуг, да. Что мы делаем? Мне интересно. Блин, жалко, что я только могу. Талисман дарует невероятную удачу. Можно запасать двое больше. Давайте двое больше, пускай будет. Так, красное кольцо. Или пускай лучше притягивает. Ну давайте лучше, наверное, талисман. Угу. Хотя можно хил взять и отправленный стрел. Ну блин, у меня тогда денег не будет. Так, имитация редкой демонической жемчужины. Знаете, вот главное, заряд берешь такой полный и используешь типа все в яде. Только интересно, сколько там урона наносится, конечно же. Походу, это просто первые переходы между боссами. Давайте в эту теперь сторону пойдем. А, наплевать. Ха, наплевать с одного. А, стоит. Опа. А, то есть... могу все-таки брать кошечкой. Могу все-таки.
Ты плохая? Не хочу знать. Но хп все больше и больше. 66% выигранной игры. Так, теперь сюда. Ладно, плевать. Право. Ладно. Оп. Так, теперь. Ну, мне, знаете, интересно, если я туда попаду в виде кошечки. Да, вы нашли... О, жука. Нифига себе. Какой я, да? Проворный. Ладненько, шар. Фу, я думал, не могу превращаться. Нихера себе. Круто. Так, где-то здесь. А где-то здесь, а где-то здесь. И ниже. О, да ладно. И тут уже был. А, так это он и есть. Хотя нет, у меня же еще есть проход. А, это та же самая. Ладно, пробежимся. Минус сколько? Минус сколько? Минус сколько? Минус сколько? Много. А, сразу возьму. Минус много, минус много. Так, теперь мне нужно пробежаться. Нужно пробежаться, пробежаться, пробежаться. Ай-яй. Так. Мы сейчас сохранимся. Прямо, прямо и наверх. А, там же эта локация точно. Ах, кстати, а что у нас там было? Покинутый монастырь, да, то был? Да, покинутый монастырь. Под святым покровительством госпожа нашего так вознесет же молитвы за души ушедших и совращенной тьмою. Прошу, Господи, смилуйся над душой бедной моей сестры, да покоится с миром. Это то же самое. А ну-го, тогда по-быстрому наверх. Так, это лифтик. Поехали. А где там не мог пролезть? Ай. Олечи. Не более чем. Ой, спасибо тебе, приятель. Он чисто спас. Ты меня врятував. Изучить. Получен мягкий платок. Нахера нужен? Нахера мне? Ладно, стоять. Хотя знаем. Нет, я не знаю. А, нет, есть мягкий платок. Здесь я создаю исцеляющую зону. Ткани монахини-исцелителя для богослужителя. Сколько? Сколько использую? Одно.
Блин, но это нужно в одном месте находиться. Я отравился от своих же стрел. Ну, классно. Походу там незначительный урон от яда. Хорошо. Лоток бесполезен. А, лучше да, урон, плюс урон. И куда мне идти? А, здесь все закрыто. Ай, боже. Наверх. Сюда это только печать нужна. Нету. Это. В виде кошечки. Нужно в виде кошечки куда-то попасть. Только вот эта дверь. Единственная дверь, куда мы еще не ходили. Давайте туда сбегаем. Окей. А, то есть. Я понял. Вообще посрать. Ну, видите, типа, если мы... Да, такое. Такой себе лифт. Что это за табличка, интересно? Это ж не просто так таблица, ведь так? Так. Посторонним вход запрещен. А, так я их могу читать. Ха. Ну, го, у нас одно место. Если откроется. Без понятия. И у нас еще что было? Где еще что у нас было? М? А, давайте, я думаю, на этом закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Удачи и всем пока.